Всем привет, с вами Ромашка. Новый год уже не за горами, поэтому пора продумывать свой образ до кончиков ногтей. Я хочу вам помочь и предложить довольно легкий вариант зимнего дизайна. Хотя как легкий, все-таки постараться придется, это же Новый год. Ну что, приступим? Я уже нанесла базу в два слоя. Кстати, теперь только ей пользуюсь. После длительных тестов только от нее есть заметный эффект. С ней ногти растут реально быстрее, как и обещал производитель. И также огромный плюс, она не содержит никаких вредных веществ. У меня будет градиент в фиолетовых тонах, поэтому для начала наношу на все ногти лак самого светлого цвета. Выбор цветовой гаммы зависит только от вас, ваших предпочтений новогоднего образа. Если ваш градиент будет только из ярких оттенков, то обязательно в качестве подложки используйте белый лак. Лак нанесла в два слоя. Теперь жирным кремом смазываю кожу вокруг ногтей, чтобы после излишки лака было легче убирать. Мне понадобится два лака, цвет основы и более темный, а также обычная поролоновая губка. Наношу лаки стык друг к другу. Теперь легкими движениями смешиваю лак на ногти. Пока лак не высох, для более плавного перехода повторяю всю технологию. Для того, чтобы лак не затек под кутикулу, зубочисткой провожу по контуру ногтя. Если образовались пузырьки, лопаю их с помощью острого конца зубочистки или иголки. Все это необходимо проделывать только на сыром лаке, пока он не загустел. Все то же самое повторяю с каждым ноготком. Теперь убираю излишки. Покрываю все топом. Использую сушку Out the Door. Мои подписчики в блоге знают, что я давно хотела попробовать ее. И вот наконец-то этот момент настал. Я ничуть не разочарована в ней. Она моментально сушит лак, не стягивая его с торцов и кутикулы. Она более жидкая, чем Ева, поэтому имеет не настолько сильный глянец. Но по стойкости превзошла ее. Поэтому с каждым применением она повышается в моем рейтинге. Когда покрытие полностью высохло, а это произошло за минуту, с помощью глиттерного лака и губки добавляю искорки в наш дизайн. Теперь акриловой краской и моей любимой кистью рисую снежинки. Досом ставлю точки. Музыка.
Только после полного высыхания покрываю все ногти слоем топа. Все, вариант новогоднего дизайна готов. Если хотите увидеть побольше новогодних идей, ставьте пальчик вверх. А чтобы их не пропустить, подписывайтесь на мой канал и следите за жизнью моих ногтей ВКонтакте. С вами была Ромашка. С наступающим!